Знали что-нибудь о сопернике, как к ним готовились? Да, знали о сопернике практически все. Ну, состав их я изучил. Хорошие парни, вратаря Андрюшку очень давно знаю. Никак не готовились, только морально. Я болел всю неделю, и поэтому никак не готовились. Я о сопернике ничего не знал. Так, посмотрел пару моментов с прошлой игры. То, что умеет. Много незабитых выходов один в один. Что с реализацией, чего не хватило? Уверенность. Команда новая, не сыгранная. Забили гол в конце первого тайма, придавлен уверенностью, что изменили в своей игре после перерыва? Да, на самом деле, когда забили третий гол, уверенности больше стало. Даже были мысли, что соперник уже все, подрасслабился чуть-чуть. И хотели задавить, но подвела травма вратаря в середине второго тайма. Да, когда забили третий гол, стало больше моментов. Стало больше моментов. Вот. Да, блин, они все-таки хорошо играют, минщики, сразу видно. У нас мало кто из Минки. Ты из Минки? Я не из Минки. Ну, вот он из Минки. Каждый второй из Минки. Поэтому, ну, блин, выдали практически свой лучший футбол за первые 30 минут. Ну, естественно, не лучший, но неплохо. Последние 10 минут, 15, да, катастрофа. Мы 6 пустили. За последнюю минуту пустили 3. Ужасно. Достаточно эмоциональная игра. Какое впечатление о ней? И все ли... Все ли задумки на матч смогли выполнить? Не все задумки. Мы тренировали, сейчас прости, я не знаю, если вы смотрели Евро по Минке, помните, гол Ниязова, сбор, ворота сборной, первый-второй тур. Ну, короче, ножницы положил. Мы на тренировках наигрывали, я 10 из 10 клал такие, 12 из 10. Один раз два мяча положил. Только эту комбинацию, часа два, прикинь, мне накидывают, я луплю. Сегодня не предоставилась вот, возможность так сыграть. А если бы накидывали, я бы забивал, отвечаю. Ну, блин, задумка наша не сработалась. Должны были, я просто сказал, если забивать, то через себя только. Ну, а смысл так забивать? Ну, смысл? Ну, я бы наколотил 10, ну, кому легче? А что, вы не верите, что я мог? Я мог. Он 20 бы наколотил. Мы в большом порядке. Алло. Все, спасибо, удачи дальше.